И еще одно громкое происшествие в Одессе. Сегодня рано утром там взорвали автомобиль Дарта Вейдера. В машине политика Жанна Николаенко, которая выступает под именем героя «Звездных войн», сдетонировала устройство неизвестного происхождения. Как сообщили в областном управлении полиции, заряд был небольшим, поэтому топливный бак не задело. Это и уберегло пассажиров от более тяжелых последствий. В автомобиле находилась вся семья Николаенко, в том числе дети 7-9 лет. И напомню, Жан Николаенко в образе фантастического героя участвовал в последних выборах мэра Одессы.